Друзья, сейчас я вам покажу самое настоящее полицейское порно. Вот это здание Ворошиловский 30, оно относится к МВД России. Отдел по вопросам миграции. Вот смотрите, порно написано. И я эту надпись показывал еще 2 года назад в видеоролике про оскорбление Путина, когда писали здесь. Оскорбление было написано прямо за зданием этого, как его, полномочного представителя президента. В самом центре города, весь Газпром на него смотрел, и департамент, конечно, знал ЖКХ, все знали про него, никто не хотел закрашивать про Путина, потому что, ну, думали, что это жители должны закрашивать, но увидите, что полиция сама не закрашивает то, что пишут на здании полиции, вот здание полиции обклеивают, вот это соседнее здание, это отдел полиции по Кировскому району, вот мы здесь находимся, видите? Хотим работу, вот работа, пожалуйста. Приклеенная прямо на водосточной трубе. То есть они ни расклейщиков не ловят, ни тех, кто красит наши дома, не ловят. Ничего не делают отдел полиции Кировского района. Даже я вот в том ролике в прошлом пример заявления выкладывал, и какой мне ответ на него прислали, что не является правонарушением. Но вот и получаете, что ваше здание теперь красят. Но вы даже закрасить не можете и бумажки сорвать. А все почему? Потому что нет соглашения губернатора с полицией о том, чтобы они выполняли статью. Вот эти вот самые статьи, по-моему, 5.3 или 5.4 про тех, кто расклеивает и раскрашивает. Вот, пожалуйста, это все наша улица. Но та надпись, которая порно, это 2 года ее не смывают, она там есть. Ничего с ней не сделалось за это время. То есть даже не стараются что-то предпринять. В отличие от Следственного комитета. Следственный комитет Кировского района, когда на фасаде появилась какая-то надпись, буквально на следующий день закрасили весь фасад дома от начала до конца. Это, конечно, другой цирк, но там хотя бы понятно. Вот, чтоб не позориться. А эти позорятся, им не стыдно даже. Я вот сейчас иду. Вот здесь Газпром. А директор здесь, между прочим, председатель фракции «Единой России» в законодательном собрании Ростовской области. Вот. И он здесь, понимаете, вот сидит в этом здании, его помощники все, вот. И вот когда здесь надпись про Путина была, они ничего не делали все. Ну вот видите, сейчас закрашивают, подкрашивают, но сейчас весь город меняется, весь город красят, службы ЖКХ работают, апрель, март, в общем, здесь все. Ну, видите, уже там опять, да, наносят надписи. Красят далеко не все. Вот здесь закрашено. А между прочим, здесь... Что здесь написано? Ну, вот видите, да? Вот тут про Путина было написано, а теперь про войну. Ну, вот, кто-то пишет, продолжает. Их даже не ищут. Зачем кого-то искать? Боже мой, закрашивать кого-то. Вот написали мы заявление, и чё толку? Видеоролик я снимал, и чё толку? Вот. Вот. А здесь приемная «Единой России». Посмотрите, все обклеено, все закрашено. Вот эта вся дрянь, она на самом деле не на стенах, она в головах. Вот в головах тех людей, которые не хотят ни за что отвечать. Ничего не делают. Я имею в виду полицию. Я имею в виду губернатора, потому что они между собой даже договориться не могут, как это исполнять. Вот приняли областной закон об административных правонарушениях. И чё? И кто это будет делать? Кто будет их ловить? Кто их будет наказывать? А потом, значит, у нас тут ловят тех, кто... антигосударственные лозунги пишет, ФСБ, представляете? ФСБ работает, только ФСБ. А полиция? Ну, что полиция? Написали, оно ж что, не антигосударственное, не антигосударственное. Что это ловить? Что мы ловить будем? У нас и так вон преступность зашкаливает. Будем ловить всяких наркоманов или еще кого.
Вот, кстати, здание полномочного президента, вот здание, где сидит губернатор. Это здание Следственного комитета по Кировскому району. Буквально вчера кто-то здесь нарисовал рисунок, какие-то буквы написал. И я в шоке, как быстро вообще закрасили буквально на следующий день. Представляете, покрасили весь первый этаж. То есть, что это было такое, как это может быть? Вот, но это факт. Краска уже даже высохла. Вот соседний дом, вот такого рода надписи оставляют эти вандалы. Вот еще один дом. Тупо зашли во двор и тоже нарисовали желтой краской. Вот эти желтые надписи появились, ну, недавно. Угол Чехова-Горького. Опять вот мы видим следы этой самой желтой краски. Вот еще разрисованные дома. То есть, понимаете, что, чтобы не позориться, да, Следственный комитет, значит, попросил, чтобы им все покрасили, им закрасили. А район так и остается, видите, загаженным. Тут разрисовано все буквально. Каждый дом, каждый объект, каждый столб. Вот. Но если не видно надписи на Следственном комитете, значит, хорошо.